Всем здорово, танкисты! Ну что ж, на Евро у нас закончились трансляции турниров, за которые мы получали контейнеры болельщика. Давайте попробуем их с вами откроем. Как вы поняли, я зарегистрировался на Евро еще до Нового года. Тут кое-что выпало, но он пустой, в общем-то. Кроме совершенно пустой регистрации, на нем пока, возможно, сегодня что-то выпадет. Больше ничего нет. Открывать будем с двух аккаунтов. Суммарно откроем 43 контейнера болельщика. Посмотрим, что нам из них выпадет. Поехали! Поставьте лайк этому видео, поддержите канал подписки, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарий, кто с Евро, что вам выпадал с этого открытия, кто с Лесты. Здесь, кстати, будет подсказочка предыдущих открытий на РУ-сервере. Тоже пишите, что выпадало вам, кто выбили танки. Награды те же самые. Шанс выпадения танка 2%. Это, в принципе, основные награды, которые можно получить. Плюшки в виде камуфляжа тоже неплохо. Учитывая то, что это новый аккаунт, здесь, в принципе, все будет неплохо. Так что давайте поехали. Откроем и посмотрим. Такс. Это у нас, видимо, с Нового года еще. Ну, камуфляж, норм. И чуть-чуть свободки. Так, здесь у нас 21 контейнер на этом аккаунте. Поехали. Такс. Один танчик с 20... Блин, я уже думал, танк выпадет. Один танчик с 20 контов было бы, в принципе, неплохо, нормально. Любой. На этот аккаунт абсолютно любой сойдет. Но хотелось бы, разумеется, химеру, конечно же. Ну, или хотя бы прогу, но больше я сюда хочу химеру. Так, прем хорошо падает из них, кстати. С остальных контов прем подрезали. Из них падает. Неплохо причем. Ой, тут совсем скромно. Совсем скромно. Уф-уф-уф. Такс, блин. Такс. Ай, да что ж такое? Ну, блин, ну один хотя бы танчик, один. Один танк на халяву на новый аккаунт на Евросервере. Блин, да вообще по два. Чё там случилось-то? Чё-то переколдовало Леста, что ли? Ой, Леста. Wargaming, друзья, это не Леста, это Wargaming. Так. Блин, я уж понадеялся. Оф. День према. Ну, слушайте, на халяву? То есть, это даже не с ивента, да? Вот за ивент, если вы получаете плюшки, вам надо... Победы, урон, неважно. Здесь вы просто запустили, убрали там, не знаю, телефон куда-то подальше, занимайтесь своими делами. Такие награды на халяву вам капают сами, что достаточно прикольно все-таки. Ну! Да блин! Как так-то? Ай. Хочу, да любой уже хотя бы, ладно, черт с ней с химерой, любой танк сюда. Ну, камуфляжки падают, смотрите. Уф. Так. Грустненько будет, если не выбьем ни одного танка. Да ё-моё, блин, ну по два вообще, прикалывайтесь, что ли? Такс. Части на тайп. Вот чего. Ну, части можно, в принципе, продать за серу. Аватар-болельщик. Очень надо. Ну, последний на этот аккаунт. И... Нет, друзья, на этот аккаунт ничего не выпало. Погнали на второй. Так, друзья, здесь у нас есть... 22 контейнера болельщика. Давайте посмотрим. На Лесте, кстати, выпадал новый камуфляж. Ну, сразу часть сертификата. Зелененький, переливающегося. Здесь что-то на Евро его, видимо, нет.
потому что на лесте я открывал практически 3 дня приема, нормально. Практически из каждого контейнера он выпадал. Кто-то, кстати, в комментариях писал, что его можно обменять на золото, я вот, если честно, не проверял. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ух ты, 14 дней према, блин. Нормально, давайте посмотрим, какой шанс у 14 дней према. Что-то такс. А где у нас премиум аккаунт? 14 дней према, 0.47, друзья, меньше, чем 0.5% шанс. Ну, повезло, повезло. Блин, вот меньше, чем 0.5%, 14 дней према, а танка пока нет. Скромно. Идем дальше. Так, во-во-во-во-во. Еще 5 дней према. Блин, этот аккаунт хорошо сыпет прем, слушайте, вообще хорошо. Это все потому, что вы лайк не прожали. Прожмите лайкос, друзья, и сразу попрет. Я прям уверен в этом. Будет прискорбно, если с 43 контейнеров не выйдет ни одного танка. Ну, хотя бы один любой могло бы и дать. 14 дней према с шансом меньше 0.5%, конечно, прикольно, но танк было бы лучше все-таки. Так, что-то вообще лес-то сломал. Ой, лес-то. Все уже привычка. Wargaming сломался, ничего нам давать не хочет. Ну совсем по 2, блин. Картошка, ты чего? Такс, ну. Так. Ну, дает прем, тем не менее. Слушайте, у нас на лесте с премом все хуже. У нас его отовсюду поубирали вообще. В лице. Бустеры падают неплохо. Да ё-моё, сглазил. Да что, ну это не серьезно, блин. Давай что-нибудь жирненького. Ну один танчик хотя бы, ё-моё. Нет, день према. Такс. Да, друзья, первый танк в коллекцию Т-44-100. Танчик, конечно, ну такой себе, но на халяву крайне-крайне приятно. Прем 8 уровня. Зачет, лайкос прожимаем, на канал подписываемся, комментарии оставляем, не забывайте. Супер, так, едем дальше. Хотя бы один, уже неплохо. Может, еще и второй получится выбить. Но учитывая в совокупности, сколько отсюда насыпало према, в принципе, открытие я считаю достаточно удачным. Према дало много. Еще и танчик. Камуфляжик, бустеры, ну блин, нет, нормально. На халяву это просто замечательно, я считаю. И последний, ну... Нет, последний заскромничало. Так, ну что ж, друзья, вот такие вот открытия. Пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу. Смотрели ли вы трансляции, если вы на евро? Ждете ли вы их, если вы на лесте? Что выпадало вам из этих контейнеров, если вы, конечно, смотрели до этого? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите к нам в телегу, ссылка есть в описании. Всем пока!